Доброго времени суток. Отправляемся в увлекательное путешествие до Смоленской области. На замечательное место, святой источник. Даже не святой источник, а святой колодец, который состоит из 7 источников. Место благодатное, очень красивое. Все вам покажем, расскажем. Пообщаемся с местным настоятелем. Ну и также посмотрим, как все выглядит на самом деле. Взяли машину мы на тест-драйв у компании Nissan. Машина Nissan Tirana. Машинка достаточно сбалансированная. Короткая база. Автомат. Полный привод. 2 литра объем двигателя. По характеристикам все интересно, но посмотрим, как она себя ведет в действии. Двигаемся мы в среднем, не превышая допустимую скорость. Иногда, конечно, это делаем, но у нас есть предупреждающее устройство, пока еще не запрещенное в России. И расход у нас показывает где-то порядка около 12 литров, что чуть-чуть многовато. Да. Хотелось бы немножко поменьше. Поменьше бы его чуть-чуть. Раза в два. А так машинка вполне неплохая. Подвесочка очень-очень подвесочка мне нравится. То есть на грани жесткости и мягкости. И с приличным клиренсом, но это достаточно интересно. По рулежке, конечно, остроты не хватает у этого автомобиля, но, видимо, он не для этого и сделан. Сиденье. Сидеть можно. Ну, в общем, машинка достаточно неплохая. Мы с вами находимся в селе Баскаково, это Гагаринский район Смоленской области, около храма Преображения Господня. Вот храм, который вы видите перед собой, он построен в середине 18 века. Храм построен в стиле барокко. Таких храмов, вот я сам проездил по району, я видел два очень похожих таких храма. Они построены, видать, по одной и той же самой схеме, по одной же архитектуре. Храм находится в центре сельского кладбища. Вот интересно, справа от входа, вот здесь, есть могила священнослужителей. А с этой стороны могилы клира, певчих. Здесь вот как бы около входа в храм. Что интересно, во многих остальных селах я видел там... как бы священнослужители почили за алтарем и хоронят. А вот здесь вот такая традиция перед входом в храм. Храм Преображения Господня.
Господня трехпредельный. Центральный предел в честь преображения Господня, правый предел, вот посмотрите сюда, это в честь святого пророка Божьего. Это самое намоленное место в храме, потому что большинство, ну, самое большее количество лет и богослужений происходило именно здесь, потому что остальные были пределы храма разорены, в разорении. И к тому же храм построен по такому принципу, он делится на летний и зимний храм. Вот мы находимся сейчас в пределе зимнего храма. Здесь раньше, вот здесь посередине, там стояла печка. И, конечно, людям, ну, как и сейчас тоже холодно, им хотелось тепла. Это место это было очень, ну, теплое. В этом храме происходило большинство богослужений в течение, ну, вот, скажем, всего советского времени. Особенность нашего храма, что он, ну, можно сказать, он не закрывался с момента своего освящения. То есть 1760-80 года. Где-то вот этими числами датируется строительство и освящение этого храма. Единственный маленький промежуток был с 39 по 43 год. Вот эти 4 года храм не работал. Но уже в 43 году он был открыт и с тех пор не закрывался. И вот как раз с 43 года все богослужения вплоть до 16 года, до 17 года происходили в основном вот в этом Ильинском пределе. Да, во времена советской власти часть храма использовалась как мастерские, как автомастерские. И вот этот предел, вот этот Никольский, вот был фасадом. Здесь раньше была стена, а здесь были мастерские раньше. А во время войны было разобрано вот столько большой межоконный проем, и сюда загоняли танки, и здесь ремонтировалась военная техника. Конечно, и иконостасы, все здесь было восстановлено буквально год-полтора назад. Вот здесь началось служение. Освящен этот предел был епископу Сергием Вяземским и Гагаринским. Ну и центральный предел преображения Господня, он летний так называемый предел, но после того, как проведено было отопление, убраны печи, можно теперь зимой служить и там. Но все равно в храме прохладно, поэтому мы предпочитаем служить по старине именно вот этой в зимней части нашего храма. Почередно там Никольский и Гагаринский. Так, храм знаменит тем, что в нем остались старые местночтения, и по рассказам людей, которые здесь жили, иконы, которых проистекала благодать Божия, даже видимым образом, это вот они мироточили, и от них были, ну, вот, по рассказам, чудеса. Николая, чудотворца, Никола Можайский, как его называют, Святая Параскева Пятница. Вот это список с той самой иконы Параскевы Пятницы, о которой я буду рассказывать потом, явление Параскевы Пятницы на источнике. Вот икона, про которую я сказал, Святая Великомученица Параскева Пятница. Святая Мученица Параскева. Если присмотреться внимательно, на ней остались вот остатки и капельки святого мира, которые проистекали из нее здесь в центре. Это Преображенский предел. Главный предел. Здесь происходят все большие праздники, и, конечно, Рождество, и Пасха, и Крещение, и когда много людей, конечно, мы стараемся служить здесь. Потому что здесь. Но он еще остается вот полностью неотремонтированным. Если предыдущие пределы, как вы видели, Ильинские и Никольские уже прошли такую вот реставрацию и перевели, пришли в такой благочестивый и красивый вид, то здесь еще нам предстоят работы. Но с помощью Божией и
помощью людей, неравнодушных к нашему храму. Я надеюсь, что мы это осилим. Спасибо, Господи. Великомученица Параскевы Пятницы близ деревни. История рассказывает, что во времена строительства храма в селе Баскаково, это где-то середина 18 века, в этом месте подвязался один человек. Имя его неизвестно, но известно, что из всего сонма святых он почитал святую великомученицу Параскеву. И по его святым молитвам случилось чудо. Было явление святой великомученицы в этом месте. Само событие этого явления и образ, точнее список, составленный по рассказу вот этого человека, икона святой великомученицы Параскевы находится в храме села Баскаково. А здесь, на месте явления, забил святой источник. И вот уже 300 лет в этом месте почивает благодать Божия. Многие добрые и чудные дела происходили здесь. Многие люди исцелялись и приходили сюда со святыми молитвами. Ну, конечно, были и скорбные дни. Во время Великой Отечественной войны в этом месте немецкие солдаты, по рассказам очевидцев, местных жителей, устроили прачечную, портомойню, и источник высох. Также в 40-е, нет, уже в 50-е годы, наверное, советской власти, поблизости совхозом была устроена свиная ферма, и были проведены трубы в этот источник. Но это было давно. С тех пор, минуло много лет, источник пользуется популярностью не только у местных жителей, не только у окрестных сел и деревень, но к нему приезжают из дальних городов и весь. Особый рассвет этого места начался где-то в конце 90-х, в начале 2000-х годов, когда здесь усилиями местного священника, в то время здесь служившего, была отремонтирована сама купель, построена часовня и маленький домик, в котором жили смотрители этого источника. Место благоухало. По рассказам, здесь кругом цвели цветы, разбиты были клумбы, и источник был постоянно ухожен. Но в 2014 году случилось, по попущению Божию и по глупости нашей людской, вот, пожар
Во время пала травы сгорел домик смотрителей и часовенка. Слава Богу, сам источник уцелел. И с того времени, с 14 года по сегодняшний день, он находится, ну не то чтобы в разорении, но в некоем запущении. Но люди все равно по памяти едут сюда за святыми молитвами, со святыми молитвами, за святой водой. Особенно, конечно, здесь популярен этот источник во время крещения Господня. Здесь всегда освящается вода, и приезжают многие люди, и окунаются в купель. И также 9 воскресенье после Пасхи – это местночтимый праздник. Сюда с крестным ходом приходит духовенство с прихожанами, служится молебен, освящается вода, и также благословение Божие почивает на этом источнике. Спаси Господи. Побывали мы в увлекательном путешествии в Смоленскую область, в Гагаринский район. Много узнали мы о святом источнике, о святом колодце. Находится он, конечно, не в том состоянии, в котором должен быть, но это все дело поправимо молитвами и подаяниями. Возвращаемся домой. Дорога домой, как всегда, гораздо быстрее, нежели в предвкушении каких-то приключений. Ну, путешествие удалось. Машинка нас не подвела. Все достаточно хорошо, все узлы в порядке. Единственное, конечно, что немножечко смущает, это большой расход. Больших препятствий на ней, конечно, не преодолеешь, но поездка на дачу – это вот как раз для чего, видимо, и задумали конструкторы данный автомобиль. Двигаясь по трассе Москва-Минск, можно обратить внимание, что здесь находится исток Москва-реки. Но на самом деле это не совсем так. Москва-река начинается в 12 километрах отсюда, а здесь, скажем так, как сказать, импровизированный исток Москва-реки для посещения туристов. В общем, свадебные кортежи очень любят здесь останавливаться. Там сделан небольшой такой городок для отдыха. Ну, вот. А что самое интересное, здесь начинается исток реки, не Москва-реки, а река называется Коноплянка. И эта река Коноплянка течет до Михалева озера, в 12 километрах, которое здесь находится. А вот как раз с Михалева озера и начинается Москва-река. То есть Москва-река начинается в Смоленской области. Едем дальше. По трассе Москва-Минск, и как всегда
установлены камеры слежения скорости. Причем практически на всех участках они установлены в низинах. То есть мы спускаемся на скорости, и мы должны попасть под нее. Ну, как бы такой расчет. Но господа не думают, что после спуска идет подъем. И, соответственно, тормозивший на спуске, на подъеме приходится давить на газ. Если на нашей маленькой машине это не составляет никакого труда, и, в принципе, машина преодолевает это элементарно, то на больших грузах, на фурах, это требует больших усилий, больших затрат энергии и, соответственно, большого выхлопа. То есть, зарабатывая копейку, господа не думают абсолютно о экологии, которую уничтожают на рубль. Наше путешествие подходит к концу. Побывали мы в замечательном месте, повстречали замечательных людей. Прокатились на интересном автомобиле, доступном, что самое главное. Смотрите нас еще, узнавайте новые места. Не сидите дома, берите машину, заправляйте ее и в путь. Машины нам даны для того, чтобы путешествовать, а не чтобы они пылили в гаражах. Всем пока!